Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в Анталии. Мы посетим торговый центр Дипа и магазин Ли Купер. Многие из вас знают этот магазин, но те, кто отдыхают в Анталии, тоже хотят посещать магазины с качественными, красивыми вещами по хорошим ценам. Поэтому приглашаем вас в магазин Ли Купер, в торговый центр Дипо. Доехать до него вы можете из центра Анталии на трамвае. Ну и, конечно же, перейдя через мост, прям попадете в магазин Дипо. Давайте сейчас пройдем и посмотрим, какой же ассортимент в магазине Ли Купер и по каким ценам. Там постоянно есть скидки от 30 до 50%. Магазин Ли Купер в торговом центре Дипо найти очень легко. Если вы зайдете вот через эту дверь, то идете прямо, проходите мимо кафе и четвертый магазин по счету – магазин Ли Купер. Приятных вам покупок, ну а мы сейчас тоже пойдем и померим, и увидим все самое красивое и популярное в этом сезоне. Теперь открываем для вас новые интересные магазины с качественными товарами по хорошим ценам в других городах Турции, не только в Алании. В Дипо в Анталии продаются вещи таких марок, как Twister, Ли Купер, Jack & Jones, Bad Beer, Mustang и, конечно же, марка Only, моя любимая марка. На данный момент в магазине проходят скидки, компания скидок 30, 40 и 50%. Вы можете видеть, что вещи, цены на вещи начинаются от 25 лир на футболки женские и от 35 лир на мужские футболки. Давайте сейчас с вами пройдем в сам магазин, и мы с вами увидим не только ассортимент, но и, конечно же, цены и товары, которые сейчас продаются по скидкам. Ну и, конечно же, мы примерим вещи из этого магазина. И я, и Айхан. В Ли Купер представлен большой ассортимент женских джинсов. Сейчас цены начинаются от 75 лир. В этом магазине всегда есть скидки, 30 и 50% скидки. Ну, чуть позже я примерю самые интересные модели, которые мне подобрали. Есть разные цвета, темные, светлые джинсы. Например, вот такие вот юбки сейчас в моде. Мода вернулась обратно. Фирмы Mustang. И стоит эта юбка 149 лир. Это здесь различные цвета джинс, которые есть в этом магазине. Конечно же, начиная от классических черных моделей и заканчивая моделью Boyfriend, которую я примерю чуть позже. Помимо джинс, в магазине, конечно же, есть футболки. Например, вот эта вот футболка фирмы Mustang, 100% хлопок. И чем отличаются эти футболки? Тем, что принты, но они практически долговечные. Сколько бы вы их ни стирали, они не выстирываются. Очень интересные цвета джинсовых курток. Например, мне понравилась вот такая вот розовая, но есть и вот такого вот интересного глубокого зеленого цвета. Большой выбор джинсовых рубашек фирмы Ли Купер. В прошлом году мы с Айханом покупали джинсы и футболки. И на самом деле за год, сколько мы не стирали, сколько мы не носили, они не потеряли свой цвет. Например, вот такая вот джинсовая рубашка стоит 189 лир. Но, как я уже говорила, в этом магазине всегда есть скидки, поэтому, если вы хотите купить вещи по скидкам, тоже можете сюда приходить. Есть вот такие вот красивые куртки. Очень интересного дизайна фирмы Jacqueline de Young. Цена на такую куртку 200 лир. Ну, как раз в межсезонье, весной, осенью, очень красивые яркие курточки. Чтобы не покупать темные цвета, можно приобрести вот такого плана. Есть красный цвет и светло-розовый. Большое количество футболок. И, конечно же, вот такие вот футболки в полоску, они никогда не выходят из моды, ну и являются уже классикой, потому что такие футболки вы можете носить и с джинсами, и с классическими брюками, и даже вот, например, как я сейчас под пиджак, и это будет смотреться очень красиво и стильно. Вот такая вот футболка фирмы Only стоит 59 лир. Есть также с длинными рукавами джемпера. Тоже очень удобные и приятные к телу фирмы Mustang. Модными в этом сезоне также являются вот такие вот
накидки, которые можно носить либо на маечке, либо на футболочке. И стоит такая накидка 100 лир фирмы Xint. Большой выбор здесь летних рубашек. И что самое главное, они все сделаны из натуральных материалов, например, из хлопка и льна. Вот такая вот рубашка из льна натурального 100 лир, тоже фирмы Xint, в которой вы будете чувствовать себя, кстати, очень комфортно, даже с жарким летом, как у нас в Алании, потому что летом я всегда ношу только вещи из натуральных тканей. Очень комфортно, и главное, что тело будет дышать. Есть, например, вот такого вот плана нарядные кофты, которые можно надеть вечером на какое-то торжественное мероприятие. Тоже фирмы Xint, 139 лир. Здесь представлен большой ассортимент платьев, тоже из натуральной ткани фирмы Xint. И вот такое вот платье стоит 199 лир. Если вы любите платье такого плана, на лето это самое, наверное, самое удобное, что можно подобрать. Либо вот такого вот тоже плана, платье-рубашки, можно надеть, например, вот так вот с поясом. Вот так вот с поясом будет смотреться очень, очень красиво. А самое главное, что летом тело будет дышать. Большое количество здесь представлено различных рубашек. Есть платье еще вот такого вот плана, тоже с ремешком. Тоже фирма Xint, стоит 189 лир. Ну и, конечно же, большой выбор маечек, черные, белые. Стоит такая маечка 60 лир. Вот такие маечки на самом деле очень удобны под носить под пиджаки. Про джинсы я вам уже рассказывала, но еще раз покажу. Цены на джинсы от 70 лир фирмы Lee Cooper. И в этом магазине всегда есть скидки и разные модели. Если вы любите джинсы Slim Fit или бойфренды, вы можете найти, в принципе, модель на любой вкус и различные цвета. Ну и, конечно же, в магазине Lee Cooper всегда есть стенды, где есть зимние вещи. Например, есть свитера вот такого вот плана, тоже очень качественные, не растягиваются и не, цвет не выстирывается. Сейчас такой свитер стоит 76 лир фирмы Lee Cooper. Поэтому, приехав летом в Анталию, вы можете приехать в этот магазин и купить зимние вещи со скидками. Есть много цветов и видов осенних, весенних, зимних курток. Например, куртка вот такого вот плана стоит сейчас фирмы Only, стоит сейчас 244 много лиры. Много разных цветов. И напишите, какой вам цвет больше понравился всего. Оранжевый, светлый, черный или вот такой вот бордовый. Мне очень понравился вот этот цвет, потому что, ну, наверное, я светлая. И очень люблю я также вот этот вот цвет кирпичный. И это тоже куртка фирмы Only. Ну и также стоит она 244 лиры со скидкой. Очень красивые, легкие, прям невесомые курточки фирмы Only, которые помещаются, представляете, помещаются целая куртка вот в такой вот пакетик, и стоит она 300 лир. Такую куртку я померю чуть позже. Большой выбор джемперов, которые вы также можете купить со скидками, потому что когда сезон заканчивается, в магазине Lee Cooper всегда бывают скидки в течение, в принципе, всего сезона. Очень интересную модель куртки я здесь нашла. Кто любит интересные, необычные вещи, может приобрести, например, вот такую вот куртку. Стоит она, фирмы Lee Cooper, стоит она 160 лир. Ну и, конечно же, джинсовые рубашки по цене 104 лиры, тоже фирмы Lee Cooper. Тот, кто любит
искусственный мех. Здесь также есть вот такие вот полушубки фирмы. Вот такой вот полушубок, например. Даже эта куртка стоит 174 лиры. Очень популярны были в прошлом сезоне и в этом сезоне куртки вот такого вот плана. Тоже фирмы Only по цене 450 лир. Можно носить зимой, в межсезонье, но очень теплые и качественные куртки. Ну а сейчас, друзья, я себе уже выбрала то, что я померю, покажу вам чуть позже. А сейчас мы переходим на мужскую сторону, где Айхан будет нам рассказывать о мужских вещах. И посмотрим, что же выберет он. Большой выбор мужских жилеток. И свитшот. Свитшот стоит 189 лир. Bad beers, и bad beer 140 лир стоит жилетка. Много разных цветов. Здесь постоянно есть скидки. И также, вот видите, здесь подобраны комплекты. Есть мужские джинсы по цене, например, 125 лир и фирмы Ли Купер. Айхан, покажи какой-нибудь джинс. 120 лир, вот такого вот плана мужские джинсы. А, вот это вот то, что мы покупали в прошлом году. То, что мы покупали в прошлом году, видите, они не потеряли ни форму, ни цвет. Ну, в общем, потрясающе носится. Айхану мы подобрали большое, тоже три набора, которые он померит. Скидки 30% на мужские куртки. Айхан, Санден на куртке Jack and Jones. Такая куртка стоит 314 лир. Мовистоп, я, алла, мовистоп. Большой выбор шорт. Сколько стоит Jack and Jones? Стоит 200 лир. Также мужские джемпера, футболки. Bad beer стоит 130 лир. В общем, большое количество футболок с различными принтами, но принты на этих футболках, как я уже говорила, очень хорошего качества, и они не выстирываются и не теряют цвет. Айхан, покажи футболку. Юздира. Да. 100 лир, bad beer. Супер, очень классно. Свитшот. Bad beer, 84 лира. 84 лиры свитшот. И видите, здесь тоже большой, большой выбор свитшотов. Рубашка. Рубашка, 130 лира. 130 лир. Кетен. Настоящий лен. Большой выбор футболок. Конечно же, самые любимые Айханом футболки вот такого плана. Экс-андекс. Вот такие вот веселые футболки No Bad Days. Нет. 90 лир. Jack and Jones. О, Jack and Jones. Ну и, конечно же, фирменная Jack and Jones. 60 лир. И вот такого вот плана футболки. Bad beer стоит 120 лир. Очень удобный тоже летом. Различные виды джинс. Тоже много разных цветов. 135 лир. Бучок за. 190 лир. Ли Купер 190 лир. Памук.
Хлопок, 100% хлопок, вот Айхан их примерит. Джинсовые куртки. Тоже. О, bunda da indirim var. 160 lira olmuş. Ли Купер. 160 lir Ли Купер. Süper. Değil mi? Ve keten gömlek var bir başka. И вот такая вот темная. Ben her zaman koyu renk seviyorum. Neden? Темно-синяя рубашка. 120 lira. 120 lira. Рубашка из натурального льна. Mustang. 190 lira. 190 lir. Есть различные цвета. Есть различные цвета. Вот это красивая рубашка. Ли Купер. Гостер? 140 лира, Ли Купер. Да, вот эту вот рубашку Айхан тоже померит. Айхан мерит первый набор. Гюзель, да. Классно. А, вот здесь тоже есть джинсы по скидкам. Джинсы Мустанг, скидка 50%. Мустангта этикет üzerinden indirim var. Bu 165-170 lira. Ama yarıya inecek. 80 lir джинсы Мустанг. Как вам такой набор для Айхана? Вот эта футболка 100 лир, а брюки 200. Второй набор, футболка. И джинсы. Ой, мне очень нравится розовая футболочка. Айхан, насыл. Розовая футболка и брюки. Брюки 150, а футболка 70 лир. Супер. И третий набор. Джинсы, ветровка и рубашка. Рубашка очень классная. 140 лир. 140 лир рубашка. 180 лир джинсы. 180 лир джинсы. И 300 лир ветровка. Джинсовое платье, вот с курткой, с которой я вам чуть раньше показывала. Куртка стоит 300 лир, а платье стоит 200 лир. Ну и, конечно же, когда прохладно, можно надеть курточку, она такая очень легкая. А если на улице тепло, то можно надеть вот такое вот джинсовое платьишко. Очень удобное и качественное, стоит всего 200 лир. Второй набор, футболка, я специально взяла размер L, чтобы было удобно, джинсовая курточка и вот такие вот джинсы-бойфренды, они невероятно удобные, но, конечно же, нужно носить с какими-то светлыми тапочками, но очень удобный набор, куртка стоит 239 лир, а джинсы 189 лир. Очень удобная футболка, порядка 70 лир. В общем, очень удобные классные джинсы. Я, конечно, не фанат вот таких вот тертостей, но джинсы очень классные. Айхан насыл. Джинсы насыл. И еще один вот такой вот набор. Базовая футболка. Джинсы модные в этом сезоне. И вот такая вот кофточка. И наверх, если становится прохладно, можно, например, надеть курточку или кофточку. Сейчас я надену вот такую вот яркую моей любимой фирмы Only. Стоит она 209 лир. Насыл? Олдом? Вот такие вот наборы мы с Айханом подобрали, мне и ему. Напишите обязательно в комментариях, что вам понравилось больше всего. Ну и, конечно же, приходите в магазин Ли Купер в торговом центре Дип. Ну что, дорогие друзья, мы довольны нашими покупками. Айхан устал? Мы довольны нашими покупками и, конечно же, приглашаем вас в этот замечательный магазин и в Алании, и в Анталии. Если вы в Анталии, приходите в торговый центр Дипо. Покупайте замечательные вещи. Кстати, здесь действует система tax-free, поэтому хороших вам покупок. Анан.
А нам всего хорошего по пути в Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока. Ama bir şey diyeceğim. Onlara biz Antalya'da da güvenilir böyle iyi mağazalar bulacağız. Başka mağazalar, ayakkabı, çanta, bilmem, her şey. Да, Айхан сказал то, что я вам раньше сказала. Мы стараемся для вас найти самые лучшие магазины не только в Алании, но и в Анталии. Поэтому приходите, покупайте и носите на здоровье. Всем всего хорошего. Пока-пока.